Приветствую вас на канале «Приятные сюрпризы своими руками». Мы будем делать елку из мишуры. Она очень классно смотрится в интерьере. Основание у нас будет из картона. Вырезаем 3 круга по 21 сантиметр в диаметре. Их нужно склеить между собой. А также нам понадобится 2 кружка такого же размера из цветной бумаги и деревянные шампуры длиной 40 сантиметров. Делаем разметку. По кругу отмечаем точками каждые 10,5 сантиметров. Края обклеиваем пористой резиной. Вот такое крепкое основание у нас получилось. На основание приклеиваем каркас из палочек.
Нужно обмотать гирлянду мишурой. Вот такая шикарная елка у нас получилась. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забывайте подписываться на канал.